В начале года появился слух, что компания Toyota готовит флагманский внедорожник, который расположится выше Land Cruiser 300. А теперь официально известно, что скоро мы увидим новую модель под названием Century SUV, который будет построен на платформе Grand Highlander, а его длина составит примерно 5,2 метра. Пока не ясно, как выглядит новинка, но благодаря первым тизерам видно, что кроссовер выполнят в стиле Rolls-Royce Cullinan. В передней части, скорее всего, появится огромная хромированная решетка радиатора и головная оптика довольно простой формы. В профиль стоит отметить длинную колесную базу и массивные задние стойки, а корма получит оригинальные фонари в стиле седана Century. Несмотря на большие габариты, в салоне установят только два ряда сидений, и, как ожидается, второй ряд будет очень роскошным. По технической части официальной информации пока нет. Известно лишь, что авто будет полноприводным гибридом, а силовой установкой с ней возможно поделиться новый Lexus TX. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!